с вами я, черепашка-ниндзя. Так, стоп. Какая черепашка-ниндзя? А где Камиль? Ребята, вы меня не узнали? Это же я, Камиль. Просто я в этом мутагене стал черепашкой-ниндзя. О, боже, что же нам делать? И как нам вернуть тебя обратно? Друзья, может, вы знаете, как из мутана превратиться обратно в человека? Если у вас есть варианты, пишите нам в комментариях, мы рассмотрим всех. Да-да, друзья. Пишите поскорее, а то я не знаю, как нам вернуть Камиля обратно. Ведь если его мама придет и спросит, где Камиль, я даже не знаю, что ей ответить, как мне быть. Папа, это же я, что, меня не узнал? Нет, я думал, ты черепашка-ниндзя. Это же просто краска. Да ладно, это краска? Да. Честно? Да. Фу, ну ты меня обрадовал. Я уже думал, все, Камиля нет. Вместо него какой-то черепашка-ниндзя. Ну что, раз ты Камиль, тогда мы приступим к нашей игре. Ну что мы сегодня будем делать? Открывать байк черепашки-ниндзя. Это то есть для тебя, что ли, байк? Да. Ты же черепашка-ниндзя. Да. А ты сможешь на нем прокатиться? Он же маленький. Ты же его сломаешь. Нет, не сломаешь? Я пошутил. Ну давай посмотрим, что у тебя там в коробочке. Сегодня мы будем открывать вот такой вот байк. Называется он боевой мотоцикл с ракетницей для черепашки-ниндзя. У нас мотоцикл с ракетной установкой. У него вот тут вот нарисована ракетница. Два заряда. И что у нас еще тут? Не знаю. Сверхмощные прожекторы, бронированное крыло, многозарядная ракетная установка, это вот эта вот ракетная установка, два заряда, пуленепробиваемые шины, ты представляешь себе? То есть, если даже враг будет стрелять тебе по мотоциклу, он не сможет тебя остановить, потому что он у тебя весь бронированный, и турбоускоритель. А черепашка-ниндзя бронированный? Черепашка-ниндзя, ну панцирь у него точно бронированный. Ну давай посмотрим, покажем твоего черепашку-ниндзя. Вот такой вот у нас черепашка-ниндзя с бронированным... Как эта штука называется там? Панцирь. Панцирь, бронированный панцирь. У него два кинжала. Они вставляются ему в руки. Вот у него здесь вот есть такая штука, кобура, куда он это все убирает. И он издает интересные звуки. Вот так. Мы ниндзя. Мы ниндзя. Папа, один в один. Это что, твой брат? Да. Держи, открываем. Все, давай, открываем. О, пап! Чего? Открывай. Мне уж самому не терпится, интересно, что там внутри. Тебе помочь? Нет. О, что у нас тут? У нас тут байк. Ракетница. Это у нас что такое? Это у нас, по-моему, подножки. Нет. Для ног. Да, это подножки для ног. И что это такое у нас? Не знаю. Это фары. А где руль тогда? Руль, вот он здесь на месте. Даже наклейка есть? Да. Знаешь, куда это наклеить надо? Смотри, пап. Наверное, на прожектор. Вот сюда, вперед. Да, вот сюда. Давай посмотрим. Вот такой вот байк у нас вышел из коробочки. С подножкой. Все. Регулируемой. То есть его когда ставишь, можно подножку убирать. Чик. Здесь вот такие вот турбоускоритель. Два, четыре турбоускорителя. Кнопка. Приборная панель. Но это больше похоже на Харли Дэвидсон. Пап, смотри. Он как Харли Дэвидсон, да? Пап, смотри, у него тут включается вот что. Чего? У него даже кнопка, кнопка есть? Пап, смотри, тут еще есть, чтобы заливать сюда бензин. Ну что, давай тогда его полностью соберем и посадим нашего черепашонка на него. Давай, что там у тебя? Как вообще, я не понимаю.
Давай я тебе помогу. Так. Это боевая ракета. Боевая ракетница. Держи. Так, это у нас фары. Как они тяжело высовываются так все. Это у нас сюда вставляется подножка. Она. Вторая подножка тоже сюда вставляется, вот с другой стороны. Опа, все. Вставили. Еще есть инструкция. Да, у нас, кстати, есть инструкция, что куда клеится. Мы ее не посмотрели в самом начале. Пап, он уже едет. Ого, подожди, но мы еще не сделали, не поставили ему фары. Ведь это опасно ездить без фар. Давай поставим. Давай. Поставим ему фары. Папа, ты знаешь, как он заведется сейчас? Да. Вот там вот эти подножки крутятся, чтобы его завести. Быстрее, пожалуйста. Я уже не топится. Наш бак готов. Мы его собрали. Вот такие вот у него здесь прожекторы. Две штуки. Ракетница. И как. Правда, я еще пока не понял, как... Да, как она стреляет, но мы еще пока не разобрали. Сейчас разберемся. И что у нас? И наклейка. Вот такая вот. Это наклейка, буковка Т. Туртлес. Туртлес. Ну что, наш байк готов. Да. Сейчас мы посадим черепашку на него. Да. И он прокатится на нем и испытает нашу ракетницу. Сажай его. Вперед на поверхность. О, он даже звуки уже, смотри, вперед на поверхность. Вперед! Сажай его. Круто! Классно, да? Да. И это все, что ты можешь, он спрашивает у тебя? Да. Еще раз? Давай еще раз покажем, как она стреляет. Вот такие вот у нас ракеты. Второй. Заряжаем. Снаряд. Папа, ты заметил, что он может так целиться? Да, он может прямо стрелять, а может в воздух стрелять. Когда атака сверху, он стреляет в воздух. Опа! Еще одно. Классно! Молодец! Ну что, нашему черепашке понравился наш байк? Очень? Он доволен? Да. Ну все, теперь он не будет пешком ходить, а будет теперь постоянно ездить на байке. Даже за пиццей. Да, черепашка? Да!